У передноворічний тиждень на Харківщині на кір захворіла 51 людина, ще 40 – у перший тиждень нового вже 2019 року. Про це повідомляє Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я. Ситуацію з захворюваністю на кір тут характеризують як неблагополучну. Кому треба берегтися у першу чергу і як це робити правильно? Про це говоримо сьогодні у темі дня на каналі «ЮА Харків» з лікарем-імунологом Максимом Кучмою, науковим співробітником Інституту імунології і мікробіології імені Мечникова. Вітаю вас, пане Максиме. Здравствуйте. Жестовою мовою перекладає Моніка Соробей. Якщо порівнювати із загальноукраїнською ситуацією з захворюваністю на кір на Харківщині, за минулий рік трапилося трохи більше 1% від загальноукраїнського рівня. Обласний лабцентр офіційно зафіксував 627 захворювань в Україні. В цілому ж було понад 54 тисячі випадків кору, повідомляв Центр громадського здоров'я. Але під новорічні свята ситуація з кором в Харківській області стала складною, так її характеризують в обласному лабцентрі. Маємо по 40-50 нових хворих на тиждень. Я прошу зараз дати мапу. Нам за статистикою Центру громадського здоров'я у перший тиждень року на Харківщині трапилося 5 спалахів кору. Ось ми зараз бачимо, це мапа спалахів, звертаю увагу, не мапа захворюваності. І ми зараз можемо побачити, що більше спалахів, ніж на Харківщині, в Україні було тільки на Львівщині, там було 8 спалахів. І у місті Києві стільки ж, скільки у нас, також 5 спалахів. І зараз давайте послухаємо коментар завідувачки відділенням обласного лабцентру Тетяни Карлової щодо ситуації на Харківщині зараз. Більш ніж 60% хворих не мають щеплень проти кору. Це ті, що захворіли. А якщо ми проведемо ще аналіз щепленості безпосередньо тих навіть, які мали щеплення і захворіли, то ми побачимо, що ще майже 20% з них мали лише одне щеплення. Тобто це не є достатнім для імунного захисту. І в підсумку ми маємо, що 80% не мають імунного захисту від кору. Кількість хворих і інтенсивність епідемічного процесу, на жаль, зростає. Всі ці новорічні свята, де спілкується дуже багато людей, тривалий інкубаційний період, в якому знаходяться хворі, тобто вони вже є заразними, однак можуть все одно ще приймати участь в якихось заходах. Вони цього ще не розуміють, тому що перші прояви захворювання – це як гостра респіраторна інфекція. І враховуючи високу контагіозність, масивну циркуляцію збудника, ось всі це і відсутність імунного захисту, ось ці три основні причини, які дають зростання захворюваності. Пане Максиме, перш ніж ми будемо обговорювати, власне, там, тонкощі ситуації захворюваності на кір, давайте почнемо з того, чим кір взагалі такий страшний, що 40-50 випадків нових захворювань на тиждень в області – це вже обласний лабцентр називає складною епідемічною ситуацією або неблагополучною. Ну, в первую очередь, корь – опасное заболевание тем, что у нас нет способа воздействия для того, чтобы лечить корь. То есть на сегодняшний день, если человек заболел корью, то мы можем только ждать, пока корь пройдет сама по себе. Заболевание опасно также тем, что достаточно легко распространяется. И вирус может быть не очень устойчив в окружающей среде, но при этом он очень летуч и может распространяться из одного подъезда с этажа на этаж, и включая с первого на последний, и наоборот. Точно так же он может распространяться в детских коллективах, в детских группах. И учитывая то, что больные курью не всегда, во-первых, сразу понятно, что это корь, потому что достаточно сложно в первые несколько дней заболевания определить, что это непосредственно корь, потому что очень похоже на обычную ОРЗ. Есть специфические признаки кори непосредственно, но они не всегда появляются сразу. И человек действительно может быть заразен несколько дней до непосредственно проявления болезни, и никто не будет даже подозревать, что он болел. То есть очень легко распространяемое заболевание. И, во-вторых, корь достаточно часто дает тяжелые осложнения по типу пневмонии, энцефалитов, это повреждение нервной системы, которые тоже особо прекратить и предотвратить нечем. А насколько часто такие ускладывания трапляются? Ну, воспаление легких может быть где-то от 1 до 10, но до 1 на 20
человек, то есть около 50% случаев. Это, в общем-то, часто. А энцефалиты? Около одного случая на тысячу приблизительно. Это тоже для этих заболеваний достаточно часто. Причем иногда данные варьируют. То есть есть данные, что и чаще, но статистически где-то один на тысячу. Ви говорили, що у кору є специфічні такі ознаки. Клінічні проявлення? Клінічні проявлення корі в основному врач може специфічно перевірити на слизистих полостях рта. Появляються определенного виду п'ятна, називаються п'ятна Бельського філатова копліка. Вони характерні для корі. Ну, це має дивитися спеціально обучений доктор. Тобто батьки вдома там у своєї дитини або у себе дорослі люди можуть навіть не з'ясну перехворіти кором і не дізнатися, що вони ним хворіли, якщо все, дай Бог, проходить в легкій формі. Бувають абортивні, мітігіровані форми корі, це такі медицинські названня, да. Форм болезни, коли це заболівання протікає нестандартним образом і протікає дуже легко. Вони в основному наблюдаються у привитих или ранее болевших. Легкие формы. Это лишь эти люди могут не пометить легкие формы? Нет, бывают и в обычных, ну, то есть не вакцинированных. Но чаще всего заболевания протекают в достаточно тяжелых формах. В среднем кир, ну, важко протекает? Зачастую оно протекает как тяжелое заболевание. Да. За інформацією Тетяни Карлової, яку ми зараз слухали, завідувачки відділення облабцентру, минулого тижня, коли на кір захворіли 40 людей, 25 з них були нещеплені, і ще 8 мали одне щеплення з двох. І ну, вона тоді казала, що 80% відповідно ось до цих цифр не мають імунного захисту від кору. Тут запитання, чому захворіли оті семеро з 40, що залишилися, які мали два щеплення? Ну, это первый вопрос. Да, это первый вопрос. После двукратной вакцинации в достаточно редких случаях, но возможно отсутствие выработки защиты против заболевания. То есть статистически это где-то 3% приблизительно двукратно вакцинированных могут не иметь защиты после проведенных прививок. Есть еще вероятность, что документально эти люди вакцинированы, а на самом деле они могут быть не привиты. Эффективные довідки. Ну, получается, что так, да. То есть они могут иметь данные о наличии вакцинации, но быть при этом непривитыми. Ці 80%, які показав останній тиждень з тих, що спостерігалися, це тиждень у нас 29 грудня 2018 по 4 січня 2019 року. Ось 80% без імунного захисту. Це наскільки показовий такий ну, відсоток людей, що не мають захисту, з вашого досвіду? 80% із 40 чоловік? Так. З тих, що захворіли. Это много людей без защиты против кори. Для того, чтобы население было полноценно защищено против этого заболевания, необходимо, чтобы было привито 95, ну, чтобы имело защиту 95% населения. Чи у вас информация, яка, о количестве вакцинированных? У нас має но достоверной информации нет. Я думаю, что это около 50, может быть, больше процентов, но думаю, что уровень вакцинации непосредственно у нас в стране очень низкий. Чому? Для защиты от этого заболевания. Из-за того, что много отказов от вакцинации. То есть много людей не прививают детей своих. И себя лично не прививают, но у взрослых достаточно сложно говорить, потому что их вакцинация, она должна была проводиться... За ихнего детства. В их детстве, да. Но при этом было несколько сложных этапов у вакцинации. Это в 2008 году был достаточно сложный этап, когда резко упала вакцинация. И в 2015-16, когда был дефицит непосредственно вакцин, за счет этого уровень вакцинации низкий, может быть. Но в основном за счет отказов от вакцинации на сейчас. То есть вот на сегодняшний день вакцинироваться есть чем. Вакцина у нас есть, она в свободном доступе, и прививать детей можно. Кому сьогодні треба у першу чергу захищатися від кору і вакцинуватися? Найбільше тяжело кор протікає у маленьких дітей першого року життя. Вакцинувати маленьких дітей можна мінімум з 9-місячного віку. Тобто ті вакцини, які на зараз у нас є, дозволяють вакцинувати дітей з 9 місяців. Где-то до 5-6 месяцев держится материнская защита у новорожденных, если она была у матери.
Если у матери защиты не было, то у новорожденных защита на этот период времени не будет. И поэтому вот в этот период с 6 до 9 месяцев есть риск заболеть. По возможности с 9 уже желательно вакцинировать, учитывая достаточно значимый подъем заболеваемости на сегодня. Хоча за календарем це щеплення в один рік мають робити. Вакцинація по календарю України проводиться в 12 місяців і в 6 лет. Ну, перша ін'єкція. Перша прививка в 12 місяців, а вторая прививка в 6 лет. Ви радите трошки раніше це зробити? Учитывая усугубление ситуации и тяжесть течения кори у такого возраста детей, конечно, да, это абсолютно логично. А кому ще, крім дітей першого року життя, треба звернути увагу зараз і, можливо, поспішити це зробити? На сьогоднішній день, я думаю, що стоїть вакцинувати всіх непривитих дітей, однозначно, всіх, хто є. И стоит дополнительно проверять взрослых на наличие защиты, чтобы понимать, надо ли вакцинировать взрослых. Потому что кто тяжелее переносит заболевания, так, скажите, будь ласка. Вопрос в этом. Ну, группы риска зачастую. Это люди с хроническими заболеваниями, это дети однозначно, это люди преклонного возраста. Но при этом есть еще группы риска по, например, медработники, те, кто чаще контактирует. Они имеют просто более высокий риск за счет того, что они больше контактируют с больными, чем остальные люди. То есть группы риска в первую очередь, но я думаю, что надо вакцинировать всех, кто может заболеть. Читала я сьогодні матеріал BBC щодо якраз історії щеплень від кору в Україні також. І там йшлося, що робити два щеплення почали в Україні тільки з 1980 року. Тобто люди, народжені раніше, мають одне щеплення. Або якщо ще там старші, вони взагалі можуть не мати щеплення на сьогодні. Чи означає, що ті люди, які старші там за 37-38 років, їм варто зробити щеплення зараз? В этом случае наши стандартные программы, наша программа иммунизации, она не предполагает вакцинацию взрослых от кори в принципе. Дело в том, что люди, ранее не привитые против кори, особенно если брать время, когда это был там 60-й год, например, они зачастую в первые 10 лет жизни переболевали корью. И поэтому у них может быть защита, приобретенная посредством болезни. То есть человек может на сегодняшний день иметь защиту, при этом не иметь прививок. Опять же, проверить это мы никак, в общем-то, по документам не можем. И вакцинацию зачастую взрослых людей мы проверить не можем, потому что у нас медицинские документы взрослых зачастую или утеряны, или их нет. Мы можем проверить, есть ли защита против кори у человека на сегодня. Для этого достаточно взять анализ на уровень антител кори. Расскажите про цей анализ. Наскільки це складний анализ, де його роблять, и наскільки він дорогий? Ну, этот анализ делается в основной массе лабораторий города Харькова, конкретно где он точно, ну, делают этот анализ. В Харькове много какие лабораторий. В институте Мечникова, например, тоже можно делать. Этот анализ делается, это анализ крови, то есть берется забор крови. Делается он где-то в течение недели приблизительно, то есть если вы сдадите анализ, например, сегодня, то результат будет, возможно, в конце недели или в конце следующей. Стоимость анализа, ну, я думаю, что в диапазоне от 150 до 200 гривен этот анализ может стоить. То есть это не... У різних лабораторіях Харкова. Да, это не очень дорогой анализ. Кому б ви порадили робити цей анализ? Тем, кто не знает вакцинальный статус в первую очередь. То есть если вы не знаете, привиты вы от кори или нет, не знаете, болели или нет, стоит для себя проверить, необходимо вам делать прививку против кори или нет. Тем, кто привит однократно, однозначно надо проверять. Потому что где-то у 9 из 10 привитых однократно защита вырабатывается, а где-то у 1 из 10 привитых однократно не вырабатывается. И желательно проверять и у двукратно привитых, учитывая то, что на сегодняшний день у нас идет значимый подъем заболеваемости. Но этот анализ, он коммерческий, то есть он не делается на бюджетных условиях. И поэтому это выбор родителей. Ребенка привитого против кори, надо проверять его на уровень антител или нет. Если взять достаточно жизненную ситуацию, когда ребенка в год привили против кори, а ему сейчас 2. Вот трудно сказать, есть у него защита против кори или нет. Потому что у однократно привитого человека защиты от кори может не быть. И очень сложно в таком случае принять решение без данных этого анализа. Нужно его сейчас повторно, учитывая подъем заболеваемости, прививать или нет. И поэтому получается, что в некоторых ситуациях это просто необходимо.
Тобто, давайте так, дитина отримує обов'язкове щеплення у рік, а потім ревакцинація за графіком щеплень, за календарем 6 у 6 років. Да, і цей проміжок, це батьки навіть не знають, чи є у дитини імунітет. Ну, статистично 90% дітей відповідає защитою. Тобто защита вирабатується у 9 із 10. Ну, мені як мамі не легше, якщо там моя дитина буде цією однією з 10. Якщо ви мене спросите, вироботилась у вас після прививки защита чи ні, я смогу вам ответить, что у 9 из 10 защита вырабатывается. То есть проверить достоверно наличие защиты против кори после проведенной вакцинации мы можем посредством тестирования на наличие антител. И зараз під час підйому батьки, в принципе, можуть скористатися такою можливістю і дізнатися, чи є у їхньої дитини. Вони можуть перевірити. І так само у дорослих. То же саме у взрослих. І якщо, опять же, візьмемо ситуацию с наличием данных о вакцинации, но с отсутствием реально проведенных прививок, здесь тоже очень сложно, то есть на бумаге эти дети будут привиты. И если пытаться оценивать уровень охвата вакцинации в целом, то мы будем их учитывать как привитых. Во-первых, они будут давать в статистике данные о том, что привитые могут массово болеть, потому что получается, что в Одесской области из 12 тысяч заболевших 7 тысяч было не привито. В Львовске. Львовске, да. Да, 7 тысяч было не привито, а 5 тысяч было привито. Но они все болели. Получается, что 40% вакцинированных, около 40%, да, около 40% вакцинированных детей болели корью. При том, что даже на первую прививку, на однократную вакцинацию, где-то у 9 из 10 вакцина дает защиту. Получается, что или часть этих детей были не привиты, или такая масса детей не отвечает на вакцинации выработкой защиты. Что имовернейше? Скорее всего, они были не привиты. Угу. Чем они не отвечают на защиту. Питання получается, чтобы привить на сейчас непривитых, надо разобраться еще, кого из привитых надо повторно прививать. Якщо, наприклад, доросла людина, давайте про дорослих зараз. Давайте. Якщо доросла людина не знає, чи вона має щеплення, чи ні, і все одно, якщо їй щепитися і захищатися, їй купувати цю вакцину за гроші, бо дорослим це робиться за гроші. Да. Вона вирішить зекономити і не робити тест, чи є у неї імунітет, чи немає. Наприклад, вона зараз вирішить зробити собі щеплення, і це буде там третє, четверте щеплення у її житті. Це взагалі наскільки безпечно, небезпечно робити щеплення так наугад російською мовою? Ну, ми будемо вводити чоловіку умисно живе заболівання, ослаблене. При этом даже не одно, а три, потому что вакцина против кори, моновакцина отдельно, ее нет. И это будет вакцина против кори, паротита и краснухи. В данном случае, если у нас нет данных о вакцинации, то такой вариант допустим. Но лучше все-таки, прежде чем человека вакцинировать, удостовериться, что ему эта вакцинация необходима. То есть лучше проверить, надо ему делать ее или нет. А сколько коштует сегодня вакцина? Вакцинный препарат от кори, паротита и краснухи на сегодня вы не сможете, скорее всего, купить на территории Украины. Тобто дорослі сьогодні в Україні не можуть вакцинуватися? Ну от, якщо попытаться сьогодні на території Харківської області купити вакцину проти корі, то її в аптеках знайти невозможно. Вона на сьогодні є в бюджетних учреждениях, а в комерційних учреждениях і в аптеках її нет. Или очень мало. То есть придется достаточно, придется искать. Це ажіотаж, це дефіцит, створений через те, що спалах кору в Україні, чи це якісь інші причини? Ну, вакцина бюджетна є. Сложно ответить, почему ее конкретно нет. Она чому не її немає у комерційному? Вона не ввозиться. Попиту немає, можливо? Нет. Є попити? Да. Вакцини нет. Но для детей ситуация гораздо лучше, вакцины достаточно большое количество. Можно делать совершенно бесплатно, и вакцина хорошего качества. Якісна вакцина зараз? Вакцина, которая используется в Украине на сегодня, это вакцина Приорикс, ее производит Бельгия, и вакцина ММР, ее производит США. Да, это хорошая, качественная вакцина против кори. Ви як лікар-педіатр і лікар-імунолог бачите реакцію дітей на вакцини, якою вона нормально є? В целом или реакция на корьевую вакцину? Корьевая вакцина достаточно легко переносится детьми, но из реакций могут быть легкие проявления заболеваний, от которых мы прививаем. Это при учете нормальной работы иммунной системы. То есть если мы берем здорового человека, который на сегодняшний день не болеет, причем по
данным нашим государственным, по нашим нормативным документам, вакцинировать человека в остром состоянии, в заболевании, при остром заболевании нельзя. То есть, если у ребенка какое-то ОРЗ, например, его нельзя вакцинировать. А по данным непосредственно инструкции к этим вакцинным препаратам, например, к вакцине Приорикс, то вакцинировать ребенка при ОРЗ можно только при условии легкого течения и отсутствия температуры, например. То есть здесь немного они отличаются. Нежить, например, да? Ну, например, насморк, да. Без температури при нормальному общому состоянні. А розкажіть, будь ласка, про таке явище, як поствакцинальні захворювання, коли зробили щеплення, а потім... Ну, от, по суті діла, учитывая, що ми вводимо чоловіку живу болезнь, опять же, не одну, а три разных заболевания, то возможны проявления заболеваний. То есть у ребенка после вакцинации против кори в инкубационном периоде, в стандартном против кори, это с 5 суток по 20, чаще всего это 8, 9, 10, с 8 по 12 сутки, возможно повышение температуры и появление высыпаний, которые будут похожи на легкую форму коревой инфекции. Да. Что это означает? Насколько это взагалі небезпечно? Зачастую это очень легко протекающее состояние, при этом сама по себе температурная реакция, она может быть достаточно значимой, но за 3-4 дня обычно это проходит без особых последствий. То есть температурная реакция, какая значимая, это имеется на увазе высокая температура, да, может подниматься? Да, то есть температура может быть высокой, и высыпать может, и как при обычной кори, может быть и много высыпаний. И учитывая, что вирус ослаблен, может быть и не очень типичная сыпь, то есть может быть несколько пятен, может быть прямо коревая сыпь сначала на лице появляется, потом на туловище, потом на конечностях. Но зачастую это все протекает гораздо легче, чем обычная корь, и, что радует, практически не бывает осложнений при этом. То есть вероятность каких-либо осложнений при поствакцинальной корі, она очень-очень небольшая. Чи означає, що дитина, яка перенесла поствакцинальний кір, вона вже точно має імунітет до цієї хвороби? Ну, теоретично, звісно, да. Но ми не можемо підтвердити. То есть для того, чтобы подтвердить, что это была поствакцинальная корь, опять же, нам необходимо после перенесенного заболевания проверить, выработались ли антитела. То есть на сегодня, чтобы проверить, болел человек каким-то заболеванием или нет, или есть у него защита от какого-либо заболевания или нет, мы должны все это проверить посредством тестирования на антитела к этим заболеваниям. И поэтому, просто потому что у него после вакцинации была легкая форма кори, сказать, что это была корь, трудно, потому что она обычно очень стерто протекает. И это не подтверждает наличие защиты, но чисто теоретически защита после этого должна быть. Тобто все одно радите зробити потім аналіз? Чи не радите? Достовірна інформація. То есть, если вы получаете данные анализа, то это информация, которая будет достоверной, да, она подтвердит. Я просто хочу зрозуміти, як мама двох дітей, як мені точно вже переконатися, що ось моя дитина від кору або іншої та якоїсь там, ну, важкої інфекції має імунітет. Діло в тому, якщо вона отримала усі щеплення вчасно, у повному обсязі і навіть перенесла, можливо, поствакцинальний кір. Це лише тільки робити аналізи. Ніяк інакше, ніяких гарантій ніхто мені дати не може, але перевірити це можна. Перевірити можна. І наличие защиты еще не значит, что человек не может заболеть. Потому что иммунная система человека защищает непосредственно. Вакцинные препараты человека не защищают. Когда мы вводим вакцину, мы провоцируем выработку собственной защиты в организме человека. И в этом случае, если что-то в организме человека воздействует на иммунную, ну, например, мы воздействуем чем-то на иммунную систему, стандартно вакцинированного ребенка с подтвержденными уровнями защиты, то при воздействии на иммунную систему, при ее неадекватной работе, человек может болеть любым из заболеваний, от которых привит, потому что его иммунная система не может защищаться. У нас залишається буквально там 2 хвилини часу. Я дуже хочу за вас запитати про львівську ситуацію. У Львівській області, де за минулий рік на кір захворіли, як ви вже згадували, 12 тисяч, майже 12 тисяч людей, з них 2/3 це були діти, Міністерство охорони здоров'я оголосило проведення спецоперації, як це назвала виконувачка обов'язків міністерки охорони здоров'я Уляна Супрун. Мобільні бригади медичних фахівців у школах вакцинуватимуть 20 тисяч дітей, які пропустили планові щеплення за наявності згоди батьків. Ну, якщо буде така згода. Про це повідомив директор Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта. Що ви як імунолог думаєте з приводу такої ініціативи? Наскільки це реальний засіб зупинити епідемію кору?
Чтобы остановить эпидемию кури, необходимо в максимально быстрых временных интервалах вакцинировать всех, кто не имеет защиты против кури. Але спочатку треба знати, хто з них немає. Если это не привитые раньше и не болевшие, то они не имеют защиты, и их необходимо вакцинировать. Здесь единственное, что сложно запланировано, это то, что оно перепадает на период повторного подъема заболеваемости. После детских каникул, когда дети выходят на учебу в школы, обычно в конце января, феврале, идет повторный подъем заболеваемости ОРЗ и зачастую пиковая заболеваемость гриппом, что сильно усложнит проведение данной спецоперации. Поэтому необходимо разработать какие-то мероприятия для того, чтобы защитить детей непосредственно в поствакцинальный период, если так массово их вакцинировать. Это достаточно сложный вопрос. Как минимум надо следить за эпидобстановкой, насколько она будет обостряться. Потому что мне кажется, что сломя голову вакцинировать поголовно детей, независимо от происходящего, может быть не очень удачной идеей. То есть вакцинировать однозначно надо, детей надо привить всех абсолютно, кто не привит, конечно же, при отсутствии противопоказаний. Но в запланированной ситуации в конце февраля это может быть достаточно сложным вопросом. Я вам дуже дякую за цю розмову. Я нагадую, що сьогодні у нас у темі дня був лікар-імунолог і науковий співробітник Інституту імунології і мікробіології імені Мечникова Максим Кучма. Ми говорили про те, як і кому в першу чергу варто берегтися від кору. Дякую за увагу, дякую вам за участь. На все добре. На цьому все. Не вставайте, не убігайте. Ні, не тікайте, будь ласка.